8 марта мы едем опять нырять. Утро холодное, морозное, вода жидкая, мокрая. Температура минус 7 градусов, ветер 3-5 метров в секунду, довольно прохладно. Водичка прозрачная. Передеваемся прямо на берегу. Одевай, одевай. Заводим лодку и едем нырять. Примерно первые 2 часа охоты ориентировались только по навигационным приборам. Волга довольно-таки пустынная. Рыбка к нам сюда наверх еще не поднялась. Встречаются езевые стайки небольшие. Одиночные там группы карасей. Вот. Судака почему-то мало. Отныряв 2 часа, решили немножко согреться, попить чайку, перекусить по печеньке. Сразу немножко развеселились и опять же продолжаем нырять. Вода очень чистая, по горизонту прозрак достигает 10 метров, по вертикали поменьше. Эх, какая красота! Туман закончился. Выглянуло солнце, сразу настроение поднимается. Ныряли все время вдвоем. Я большую часть времени таскал лодку за собой, привязываемую буйлине. Решили посмотреть как бы новые участки реки. Возможно, там найти стаю рыбы. Вполне вероятно найти там что-то интересное. А вот и рыба. Эх, досадный промах. Ко мне сюда. Ты вот это расстояние от берега запомни. Короче, стайка небольшая, блядь. Ну, почти все здесь, ну так, более-менее крупняк. Да, может быть, даже... Может быть, пара сазанчиков было. Амурчик один или два было. Давай, вот прямо. Эх, азарт зашкаливает. Пытаемся еще несколько раз сплавиться чуть выше по течению в надежде еще раз зайти на эту небольшую стайку рыбы. Но, увы, рыба.
День подходит к концу. Нанырялись как следует, от души. Более 5 часов провели в воде. Пора и домой. Будем сматывать нашу охоту и